едва дыша, звала тебя, но мне не вышел из Москвы до Махачкалы. Поезд фирменный Дагестан, в вагоне 9 ресторан. А в вагоне-ресторане попивают коньячок мрачноватые армяне и какой-то старичок. А это весьма подозрительный пижачок. Мама, зачем на этот поезд приобрели билет? Как бы теперь вам с этим билетом не угодить на тот свет? Северокавказская ЖД, часа поезд навстречу беде. Сразу видно по всему, не придет он в Махачкалу. А в вагоне-ресторане сухарчо и дым столбом, в нарды режутся армяне с подозрительным старичком. А у него пакетики под пиджачком. Мама, зачем на этот поезд приобрели билет? Как бы теперь вам с этим билетом не угодить на тот свет?
станция такая, эта станция лихая. А ни за что и никогда я не приеду жить сюда. А в вагоне-ресторане продолжается погром. Пляшут пьяные армяне вместе с трезвым старичком. И тут старичок выскакивает бочком. Мама, зачем на этот поезд приобрели билет? И как бы теперь вам с этим билетом не угодить на тот свет? Как бы теперь вам с этим билетом не угодить на тот свет?